Всем привет! Сегодня у меня будет видеообзор на совсем недавнюю новинку. Это палетка теней от Ольги Романовой. Если вы знаете, Ольга Романова выпустила три варианта палеток теней. Это первые компактные тени, которые она выпускает, и представлены они были буквально несколько дней назад, и я тут же в первый же день одну из палеток купила. Дело в том, что Ольга Романова в своем инстаграм говорила, что должны выйти эти тени, и я уже знала, в каких они вариантах будут, и уже точно знала, какую палетку я себе прихвачу. Но я ждала-ждала, когда они выйдут, не дождалась и сняла для вас видеообзор на косметику Романова Makeup, которая обязательно выйдет вслед за этим видео, ну, может быть, через одно, где-то так, как смонтирую, потому что оно уже отснято, и как это бывает, я только отсняла, и тут же выходит вот эта вот новинка. Поэтому новинка будет отдельно. Естественно, я покажу вам и макияж с ней, естественно, я учитываю ваши пожелания, макияж будет без стрелок, вы увидите. Сегодня вы тоже, кстати, видите эти тени на мне, но в данный момент это мой стандартный макияж. Я обязательно покажу, какие оттенки я использовала. А теперь давайте смотреть саму палетку. Во-первых, что бросается в глаза, палетка прекрасно оформлена. Упаковка очень хорошая и по качеству, и красиво все выполнено. И текст красиво, это гравировка такая, и все качественно, это очень приятно. Я вам много раз говорила, что я просто обожаю хорошие, добротные, красивые упаковки. Для меня это очень важно. Я не знаю, как вы, лично я не хочу покупать косметику люкс, и чтобы она шла в какой-то простенькой упаковочке. Это совершенно для меня неинтересно. Я взяла себе палетку, которая сделана в коллаборации с самой же Ольгой Романовой. Это палетка называется «Розы и пионы». Кстати, видите, за моей спиной у меня как раз-таки пионы стоят. Роз сейчас нету, но пионы, пожалуйста. Вот так она внутри выглядит. Я извиняюсь, если она немножечко залапана у меня. Дело в том, что я ее уже вовсю использую, потому что она мне очень понравилась. Как в принципе и вся косметика, которую я пробовала, я тоже от нее в восторге. Именно поэтому я сделала для вас обзор на нее. Это покупалось за собственные деньги, как и вся косметика от Ольги Романовой, и все, что я буду и в последующем видео рассказывать, все было куплено за свои деньги. Что очень приятно, я об этом вам уже говорила в отснятом видео, и сейчас скажу, наша российская косметика уже умудрилась так себя плохо зарекомендовать, как правило, и уже столько скандалов всяких с ней связано, что... Когда я купила первый самый продукт от Ольги Романовой, я была, честно сказать, поражена качеством. Обычно я очень скептически отношусь к российской косметике, все именно потому, что, потому что она некачественная. Я извиняюсь, конечно. Но, по крайней мере, то, что вот я пробовала, допустим, косметику от Веры Брежневой я даже покупать не стала. Я подошла, я ее потестировала и поняла, что я не хочу за это деньги выкладывать, потому что это какая-то, извините, китайщина. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, я имею право высказать свое мнение. Что касается Ольги Романовой, то тут совсем другая ситуация. Это настолько хорошая косметика, сразу видно, что она продумывалась, эта косметика. Сразу видно, что в нее вкладывалась душа, что все вот эти текстуры, они разрабатывались. Видно, что человек любит косметику, любит свою работу. Я думаю, вы прекрасно знаете, что Ольга Романова наш звездный визажист. И она явно подошла к производству косметики, так скажем, с душой. Произведена эта палетка в Италии, на итальянском заводе. Здесь внутри большущее зеркало, около которого очень удобно краситься. Здесь написано «Романова Makeup», причем не стирается. Пленочку я убираю. И вот так внутри выглядит сама палетка. Оттенки очень-очень, я бы сказала, такие вкусные, сочные, весенние. Сразу скажу о качестве. Оно шикарное. Оно обалденное просто. Меня единственное смущает вот этот вот такой желто-бежевый пигмент. Немножечко мне текстура его, может быть, не очень нравится.
Но зато все остальные тени – это просто нечто. Здесь есть и матовые оттенки, и сатиновые оттенки, и блестящие оттенки. Когда была презентация этих палеток, наши визажисты в прямом эфире показывали, как ими краситься, презентовали вот этот продукт, то говорили, что абсолютно все палетки подходят абсолютно к любому цветотипу, абсолютно к любому оттенку глаз. Поэтому они универсальные. Вот данная палетка, здесь есть как теплые оттенки, ну вот такие прямо явно теплые оттенки, это вот этот вот золотистый оттенок и вот этот, я даже не знаю, как его правильно назвать, розово-бежевый с оранжевым, я даже не знаю, как его описать, здесь настолько многогранные оттенки, вот какой не возьмешь, его одним словом описать нельзя. Тут явно смешивались пигменты и явно делались сложные оттенки. То, что вы сейчас видите у меня на глазах, это вот этот средний оттенок. Он нанесен, вот как я наношу, чуть выше складки века. На все веко я нанесла вот этот вот розовый оттенок. И немножечко под бровь я добавила вот этого рассыпчатого пигмента и в уголок глаза. Сейчас я вам предлагаю посмотреть на макияж, который я с ней сделала. И потом я вам пробегусь и расскажу немножечко подробнее по отдельным оттенкам.
Я надеюсь, вам макияж понравился. Я надеюсь, вы довольны, что он был без моих обычных стрелочек. Вернемся к палетке. Мой любимый оттенок вот этот средний. Он очень красивый. Вообще, это ныне очень модные оттенки. Вот эти красно-коричневые, коричнево-розовые. И это мои любимые оттенки. Одни из самых любимых оттенков макияжа. Я, кстати, задумалась над приобретением еще одной палетки от Ольги Романовой. Посмотрим. Вот это мой любимый оттенок, видите, он даже в кадре очень-очень красиво выглядит. Опять-таки, не скажешь конкретно, что он именно розово-коричневый или еще какой-то, он вот настолько он многогранный, настолько он красиво смотрится, и мне кажется, он очень здорово сочетается именно вот с таким светлым оттенком кожи, как у меня. Потом, вот этот я вам уже говорила, что пигмент, он достаточно рассыпчатый такой, и, ну, для меня, честно, не совсем понятный, ну, как знаете, в известном анекдоте, как вы не любите кошек, да вы просто не умеете их готовить, может быть, именно так. Потом, вот этот оттенок блестящий выше, и он теплый, как я вам уже говорила, это тоже перламутровый розовый оттенок, причем такой бежево-розовый светлый, который я обожаю наносить на все веко, особенно если его отполировать хорошенько, он вообще красивый и очень нежный блеск дает. Вот этот больше к розовому оттенку, и он такой не матовый, но и не сатиновый, какая-то такая средняя текстура. Дальше вот здесь, мне кажется, в кадре очень похожи два оттенка, но на самом деле они разные. Один уходит больше в розовый, это вот этот нижний, а другой оттенок уходит больше в коричневый. И тоже очень здорово использовать в макияже, и этими оттенками вполне можно растушевывать и делать какие-то переходы. Вот этот оттенок похож на средний, только в более холодную, что ли, сторону сделан. Ну и, естественно, вот этот нижний, он холодный, и вы меня видите его под нижними ресницами, и он такой, по крайней мере, на моей коже, я бы сказала, что это оттенок какой-то сливы, вот так вот, наверное, правильнее его назвать. В общем, палетка изумительная. Вы абсолютно не пожалеете, если потратите на нее деньги. На нее стоит потратиться. Представлена косметика в золотом яблоке. Там я и покупала. Естественно, я вам все ссылочки оставлю под видео у меня. И я поеду, хорошенько потестирую оставшиеся две палетки. Возможно, я еще какую-нибудь себе выберу. И тогда вам обязательно покажу. Ну что, у меня на сегодня все. Я, конечно же, поздравляю Ольгу Романову с таким удачным, с таким классным, замечательным запуском. Если вы покупали уже эту палетку, пишите свои отзывы, пишите, понравилась она вам или нет. А у меня на этом все. Всем пока!